Континентальная футбольная лига. Мы продолжаем. Буквально несколько минут назад завершилась вторая встреча в подгруппе А, где петербургская команда «Росохрана» довольно уверенно обыграла коллектив из Твери, Верхневолжская АТП. Победа со счетом 4-0. Но там хорошо было заметно превосходство одного коллектива над другим. Ну и сейчас, как сказал мой коллега по репортажу Олег Масалев, вишенка на торте, да, потому что представитель из Нигерии готов ступить на изумрудный газон стадиона «Вернадка Парк», поле номер один, и, соответственно, продолжение борьбы в подгруппе «Б». Сразу вам скажу, что одна встреча уже в этом квартете завершилась, и завершилась она в ничью. «Техносила» и «Алтут» забили по одному голу, ну и, соответственно, победитель этого матча после первого тура возглавит свою подгруппу. Итак, еще раз. «Метрансторг» Ростов-на-Дону, «Биафра» Нигерия. Совсем скоро футболисты этих команд появятся на поле. Ну и вы знаете, пока у нас есть свободное время, ну, Владимир Гучик, Олег Масалев продолжит для вас комментировать эту встречу. Вы знаете, чем мы займемся с Олегом вот в этой паузе до начала игры? Мы познакомим вас с футболистами команды «Биафра» из Нигерии, потому что для нас с Олегом это тоже своего рода испытание. Выговорить эти фамилии, ну, мы к этому и готовились. Так что, друзья, мы постараемся, а вы уже оцените. Итак, состав команды «Биафра». Место в воротах занимает Кеннет Аниам, номер 12. В два защитника, ну такая, знаете, традиционная расстановка. Два защитника с латералями, которые закрывают всю бровку, насыщенная средняя линия. Так вот, два защитника в середине поля. Пятый номер Джеффри Менса. 25-й номер Бада Тоби Самуэль. Левый край полностью на откуп будет отдан Винсенту Укпебору. С правого фланга Адяникон Балагун, он же капитан команды. Надеемся, что на футбольном поле никакого балагуна не будет. Но в том самом смысле слова будет все спокойно, будет все чинно. В середине поля четвертый номер Адиола Айя. Есть ощущение, что вот надо будет присмотреться к этому футболисту. Ну, футболисты с середины поля многое решают, безусловно, от того, как они открываются, от того, как они обращаются с мячом, от того, как они с ним расстаются, в том числе будет зависеть и действия на поле их команды. По 13-м номерам, там же в середине поля, Кажьёде Есан. И, внимание, остроатакующий нападающий. А то, что он таковым является, у меня, в принципе, нет никаких сомнений. Кэчуанг Чоунете, номер 9. Ну и, конечно, задача попроще уже для моего коллеги Олега Масалева — представить ростовскую команду. Олег, пожалуйста. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Рады вас приветствовать на континентальной футбольной лиге. Ну вот Владимир уже команду из Нигерии представил, но он не сказал главного. У них главный тренер Тони Бектор. Вот так вот все очень просто по-европейски. Так что коуч очень серьезный у команды «Биафра». Ну а что касается действительно команды «Метрансторг» из Ростова-на-Дону. Кстати, команда очень и очень мощная. Команда, внимание, друзья, действующий серебряный призер чемпионата России. Лишь в финале тогда они Наполи проиграли, да и то в серии пенальти. Так что в прошлом году просто феерила команда из Ростова-на-Дону. И, возможно, это действительно и на этом турнире один из фаворитов этого и матча, и противостояния, и вообще всей континентальной футбольной лиги. Ну, теперь давайте Сергей Матвеев. Под первым номером защищает ворота. Оборона справа налево. Под 77-м номером капитан команды Артур Айрапетян. В центре играет Александр Федоров. Слева под 70-м номером Олег Бородин. В центре поля справа будет Олег Комаров. Под 9-м номером, под 7-м Алексей Бузняков в центре. И слева 8-й номер Денис Мигунов. Ну и на острие атаки выдвинут Роман Богданов. Играет он
под пятым номером. Может, такой не совсем стандартный, как мы привыкли видеть для нападающего, в формате 11 на 11. Но здесь в формате 8 на 8 действительно на это обращать внимание не стоит. Безусловно, но я уверен, что наши уважаемые зрители уже успели обратить внимание на роскошную форму команды без Биафра. И причем там, видите, с национальной символикой эта форма выполнена. В общем, красота сплошная. Но и ребята все атлетичные, высокие, спортивные, уверен, быстрые и техничные. Так что этот матч равнодушных точно не оставит. Ну и мяч уже в середине поля. Судья этой встречи, опять же, арбитр из Курска, это Андрей Горянин. На предыдущей встрече он выполнял функции второго судьи, но сейчас он уже облачился в зеленую футболку для того, чтобы дать свисток старту этого матча. И в середине поля по девятым номерам Чоунете Кечуанг. Поехали, игра у нас стартовала. Биафра с мячом. Ну и вот, да, это нигерийская тики-така пошла. А ну-ка, сюда, в стороночку-то подвинься. И смотрите, какой заброс за спину. Ну, здесь защитник внимательно действует. Ну и важно было уже не подпустить из-за спины вот того самого балагуна, капитана команды под вторым номером. Я уверен, что у него капитанская повязка отнюдь не случайно. Парень будет зажигать. Ну и вот сейчас сразу же очень активное начало от команды из Нигерии. Биафра. Еще раз будем чаще называть в начале репортажа название команды из Нигерии. Очень опасный штрафной. И вот у мяча как раз нападающий Чоанете Кечуанг. Но нет, он пошел вперед туда к стенке. А ведь, кстати, очень серьезную стенку здесь Сергей Матвеев выставляет из четырех футболистов. Но они не знают, на что вообще рассчитывать. Это соперник действительно кот в мешке. По-другому не скажешь. Да, и Руслан Шигапов, я прошу прощения, главный арбитр этого матча, судья из Москвы на предыдущей встрече, насколько я понимаю, был вообще резервный судья, да, помогал, поэтому уж извините, ваш покорный слуга немножко запутался в понятии второй резервный судья. Балагун, и есть первый удар точно в стенку ростовчан. Вот такая вот свечка, аккуратно. Ну, здесь пытаются мяч опустить вниз, но сейчас, наверное, сразу мы по первым минутам поймем, насколько техничные нигерийцы в плане обращения с мячом. Всегда к африканским командам большие были вопросы, ну, на всех буквально уровнях, вплоть до чемпионатов мира, о тактической грамотности, да, в плане техники обращения с мячом тут никогда вопросов не было. Ты знаешь, тактика и дисциплина, вот еще один немаловажный момент, который очень часто подводил африканские команды, потому что ожидали от них всегда самые большие. Они, конечно, производят впечатление своей игрой, своим футболом, своей техникой. Но опять же, да, это вот далеко не те основополагающие атрибуты, которые позволяют достичь результата. И поначалу этой игры, конечно, мы оценили эту техническую оснащенность, очень неплохое движение. Но как оно будет дальше, как команда из Ростова будет подстраиваться под своего первого соперника, а то, что у нее есть варианты ведения игры, то, что у нее есть ресурсы, в этом нет никаких сомнений. Ну, там высокие ребята, вот, в частности, там под 33-м номером, видите, там в штрафную пришел футболист, чтобы побороться за этот верховой мяч. Подбор за ростовчанами, вот первый такой мощный удар по воротам попытался Александр Федоров нанести. Мы видели, как уже Кеннет Ананьям, голкипер команды из Нигерии, вступал в игру. Сейчас на ближнего он сыграл. Совершенно не тушуется. Спокойно в пас играет около своей штрафной. На себя рассчитывают на все 100 нигерийцы. Здорово! Вот здесь момент, опасный удар! И Кеннет срывает аплодисменты в свой адрес. Аплодирует ему вся Вернатка. Ну, те, кто видели это спасение, однозначно. Ну вот смотри, мы с тобой отметили, что нигерийцы очень неплохо вошли в эту встречу, даже перспективный штрафной заработали, а вот сейчас атака за атакой уже от Ростова. Ну вот сейчас попытка выйти со своей половины поля у нигерийцев. Да, действительно, давай Кеннет будем его называть, вратаря, так как-то и созвучнее, и попроще. Ну вот легко перешли центр поля, только здесь уже так начинают встречать соперника ростовчане. И вот опять вступает в игру вратарь Сергей Матвеев и показал, как он здорово мяч водит игру рукой. Денис Мигунов, большая группа футболистов в середине поля.
элегантное оставление. Ну и сюда можно Александра Федорова, самый рослый футболист. Я говорю, что, конечно, такая атлетичная и рослая команда у нигерийцев. Но что касается, конечно, роста, то Федоров выделяется на фоне остальных. Успокаивают мяч футболисты из Ростова. Довольно уверенно они его контролируют, тем самым так, прощупывая должным образом соперника. И мы видим, что так размашисто они атакуют. 1-0. 1-0. Как классно, а? На исполнении, я бы сказал, Денис Мигунов пробил. Но здесь, конечно, подбор был за ростовской командой. И удар на точность. От штанги мяч летает в ворота. Здесь Кеннет просто проводил мяч взглядом. Никаких лишних эмоций. Медтрансторг. Размашистая атака. Причем интересно, что Денис Мигунов ее вообще начинал. Да? То есть он был душой этого наступления, атаку начал, атаку закончил, действует широко, стараются быстро переводить мяч с одного края на другой, тем самым растягивая довольно-таки насыщенную оборону Биафры. Ты знаешь, вот может быть я сейчас смотрю по первым минутам, может быть не очень повезло, конечно, африканцам то, что сразу вот им финалист чемпионата России попался в первом же матче. Вот допустим, будет зафиксирован здесь достаточно крупный счет, и Биафра может, ну, дальше так перестать верить в себя, а дальше, возможно, будут соперники более решаемые, скажем так. Но вряд ли они перестанут верить в себя, с другой стороны, они очень быстро поймут, играя с серьезным соперником, что из себя представляет этот турнир. Тут точно никакой прогулки. И если казалось, что в матч они вошли довольно-таки легко, то, мне кажется, вот это вот оптимизма с каждой минутой нахождения на поле становится все меньше и меньше, потому что темп у этого матча, я так скажу, средний. И вот этот вот темп, он позволяет очень комфортно себя чувствовать на поле команде из Ростова. Играют широко, много переводов и короткий пас. Все используют в зависимости от ситуации. Вот ты уже правильно отметил, опыт, и в том числе регалии. И вот этот опыт, он заметен вообще невооруженным глазом. Очень хладнокровно выглядит команда из Ростова. Но представляешь, даже при этом среднем темпе, в принципе, сейчас с трудом справлялись с атаками ростовчан, африканцы. И если его этот самый темп взвинтит ростовская команда, а я уверен, они это могут сделать без проблем. То есть сейчас мы понимаем, что играют, да, ну, не на максимум, мягко говоря. А пока в этом нужды нет. Нет, да, Олег, да, команда играет умно, команда играет спокойно. По сопернику. Абсолютно точно. И вот здесь хороший заброс, вышел Кеннет из ворот, ну так помешал он. Сейчас предъявляет претензии арбитрам игрок ростовской команды Роман Богданов. Ну и уже мяч в игре, быстро африканцы пытаются туда, к центру поля его отправить, но здесь зацепиться не получилось у нападающего Кичуанга за мяч. Очень высоко встречают ростовчане, и уже проблемы у Биафры с тем, чтобы с этим контролем перейти середину поля. И вот опять здесь поджали Бузякин, мячом он завладеет, Арапетян за спиной, но какой смысл играть назад, если уже впереди открывается Богданов. Техничный нападающий, не случайно выдвинут на острие, и мяч для своей команды он сохранил. Из-за боковой ведут его футболисты Медтрансторга. Ну, знаешь, я смотрю, не такая прям большая скамеечка у ростовчан. Вот, очень тут внимательно смотрит за стартом, и я слышу постоянные подсказки от главного тренера ростовской команды Александра Мироненко. И вот, в принципе, если говорить о нигерийской скамеечке, тут тоже, я смотрю, 3-4 футболиста. Это, кстати, вот ответ на наши с тобой вопросы. Да, были бы скамейки подлиннее, возможно, бы и темп был бы выше. Вот высокий темп, который задавали петербуржцы в предыдущей встрече, они могли себе это позволить, потому что у них фактически два равноценных состава, и здесь как раз вот за счет очень хорошего движения они и взяли. Здесь футбол немножко строится на других принципах. Контроль, быстрые переводы с одного фланга на другой, и вот здесь хорошие такие, знаете, взаимодействия за счет
короткого, но главное быстрого паса в середине поля. Это и позволяет ростовчанам мяч сохранять и продвигать его к чужим воротам. 1-0. Продолжая твою тему о сыгранности ростовской команды, о том, что действительно уже очень многого команда добилась, а ведь она организована не так относительно давно, в 2019 году, то есть 4 года, но все эти 4 года вот в основном играет костяк команды, поэтому сыгранность очень высокая. Ну, как это часто бывает, опять же, вот в своем интервью и президент команды говорил о том, что ну, лишь точечно мы укрепляемся, буквально 1-2 игрока каждый сезон максимум добавляется в команду, а так вот как раз этим костяком, наверное, рассчитывают играть этот турнир. Федоров, конечно, он видел, конечно же, он видел вот эти попытки Богданова открыться под проникающую передачу, и Богданов, возможно, не думал, почему Федоров не отдал. Но вы знаете, вот в данной ситуации, конечно, лучше ситуацию увидел Александр Федоров. Он и так и под правую ногу, и под левую ногу искал возможность для этого точного паса, но этой возможности не нашел. Поэтому вот Богдану, может быть, показалось, что партнер чуть-чуть вот затянул с этой передачи. Бузякин успел перебросить. Ну и спокойный отыгрыш назад. Айрапетян с капитанской повязкой. Очень легко пока дается эта встреча ростовчанам. Да, несколько уже ударов сейчас в створ ворот мы видели, который защищает Кеннет. Ну и пока ничего в атаке не удается создать самим нигерийцам. И вот тут даже, я бы сказал, проблема с переходом на чужое половину поля. Уже начинают очень серьезно встречать. Высокий прессинг от ростовской команды. Хороший заброс. А вот это вот именно передача была. Ну, так достаточно сильно Олег Бородин сделал этот прострел. И, конечно, там партнеры не смогли откликнуться. Ну и, конечно, классика ЛФЛ. Да, в футболе в формате 8-8. Когда по флангу игрок отклеивается, делает вот эту вот знаменитую ширину, ну и главное вовремя там защитникам, ну игрокам, которые располагаются в глубине, заметить эту траекторию для последующего перевода. Федоров. Спокойно играет назад. Матвеев. На Матвеева, да. Даже выдвинулся вратарь из штрафной, но здесь уже какие-то проблемы у Олега Бородина возникли. Вроде бы на первый взгляд простой мяч он остановить не смог. Что же Биафра? Эта команда как будто бы спряталась где-то там у себя в Африке. Ух ты, вот это ударчик! И Матвеев себя проявил, это угловой. И 13-й номер, первый о себе заявил так достаточно ярко. Из Биафры это Кажуэде Ясан. Но я так скажу, что не знаю, там африканцы успели обратить на это внимание. Но Сергей Матвеев, вратарь ростовчан, не самый высокий голкипер. И вот именно по причине такого удара верхового определенные проблемы у него возникли. Потому что я думаю, что если бы вратарь был бы повыше в той ситуации, он значительно спокойнее бы справился вот с этой угрозой. Тут еще и Матвеев немножко вышел из ворот, да, и поэтому ему так за шиворот отправили мяч, и он тянулся к нему, но все-таки успел спасти свою команду. Тоже нюанс, важный нюанс, на который обратил свое внимание Олег Мусалев. Он на бровке находится, поэтому, ну, фактически он на футбольном поле вместе с участниками этой встречи находится. Я девятый в команде. Да, Олег, главное потише, чтобы не напугать наших африканских друзей возгласами об опасном моменте. Хотя ладно, ты уже тут завсегда, тебе можно все, абсолютно все. Ну, сейчас будет Кеннет вводить мяч в игру, возможно. Так, ну и не нравится что-то игроку команды Биафра. Ну, то, что пришел. Конечно, и мешает вводу мяча. Но тут, правда, у нас вообще аут. Ну, не думаю, что дойдет до каких-то серьезных выяснений отношений. Но там арбитр по-прежнему словесная. Да, я думаю, что Роман Богданов просто тут договаривается поменяться футболками сразу же после окончания встречи, потому что там два пятых номера. Оценил тоже дизайн команд, формы команды Биафра. Джеффри Минса, Роман Богданов часто будут сегодня встречаться друг с другом. Один защитник, другой нападающий. Федоров подхватывает мяч. Неплохая скорость. Жаль, что только передача не прошла. И уже необходимо возвращаться обратно. Вот на этом этапе развития даже была атака с численным преимуществом у нигерийцев. Ой, хорошо, сейчас как забежал Кечуанг. Назад передача. И вот здесь уже ошибаются нигерийцы. Вот это да. Вот здесь уже включается Тони Бектор, главный тренер команды Биафра.
И тут такой, знаешь, неплохой английский, скажу я тебе. Такой, знаешь, наверное, английский вперемешку с языком, который мы с тобой, конечно, не знаем. Вполне вероятно. Ну, а мы напомним 1-0. Медтрансторг, команда из Ростова-на-Дону, сумела забить довольно-таки быстрый мяч. И игра с большего под контролем российских футболистов. Мне кажется, тут не все хорошо вот с таким, знаешь, аморальным состоянием у Биафры, потому что в игру вроде бы они вошли неплохо, несколько атак провели, штрафной перспективный заработали. А после того, как они гол пропустили, видно, что футболистам себя приходится немножечко преодолевать. И вот в предыдущей ситуации тоже такая потеря на ровном месте, причем даже нельзя сказать, что она как-то связана с несогласованностью. Просто неаккуратно в середине поля при отыгрыше сыграл Адеола Яя. Но ты знаешь, вот я вижу, что по мысли-то все неплохо у нигерийцев, они видят друг друга, но вот в завершающей стадии, вот прием мяча на чужой половине поля, да, какой-то точный обостряющий пас, вот с этим пока есть проблемы. Но ты уже летописец КФЛ, и я думаю, что ну, в процессе турнира мы тоже выясним некоторую информацию, но вообще порой складывается впечатление, что вот, ну, не могу сказать, что ребята там впервые играют, да, но как будто бы вот игровой практики, может быть, им даже и не хватало в последнее время, потому что если уже говорить о командных взаимодействиях, то ростовчане ну, значительно выше смотрятся своего соперника по сегодняшней встрече. Ну, ты знаешь, я рискну, опять же, утверждать, что они, я думаю, много не тренировались вместе. Это однозначно. Вот о чем и речь. И это вот хорошо заметно, потому что где-то вот в простых ситуациях, где-то открывания не хватает. Так, момент. Ну, это красиво. Как бы, знаешь, эффектно, но неэффективно получилось. Бил по воротам Денис Мигунов. Сильно на чужой половине поля. Вот здесь возможно зацепиться за мяч. Опять неплохо. И вновь высокий прессинг, который вынуждает защитников Биафры выбивать мяч подальше. Ну, вот в данном случае девятка нигерийской команды сумел за этот мяч зацепиться. Ну и Федоров его особо не прессинговал. То есть он видел его положение, что он находится спиной к воротам. Эти ворота далеко, так что... Ты знаешь, вот смотря на первые, вспоминая первые пять минут этого матча, да, когда вот быстрый гол был в самом начале забит, у тебя не было такого ощущения, что, ну, скоро будет 2-0, 3-0, там, допустим, 4-5 в конце первого тайма, а все по-другому сейчас? А ты знаешь, вот я по-другому скажу, я вот вижу, что ростовчане, они уже... поняли для себя во многом, что за соперник им противостоит. Да, они забили этот гол, конечно, в идеале нарастить это преимущество для пущего спокойствия, но я думаю, что для них сейчас это не самая главная задача. Основная задача для них вот сохранить вот этот установленный контроль над игрой и не допустить нарушений дисциплины в игре собственной, да, чтобы не начали происходить вот какие-то вот вещи незапланированные, ненужные потери. Пока все хорошо у ростовчан, я не думаю, что вот эти 1-0 ставят их в какой-то серьезный дискомфорт. А голы вот в этом формате не мне тебе рассказывать, это дело наживное. Собственно говоря, то, что мы с тобой и видели в предыдущей игре. Если ты делаешь все правильно, то и голы, и результат рано или поздно придут, не заставят себя долго ждать. И сейчас вот опять пытался Олег Бородин продемонстрировать свой мощный удар. Видно, что очень хорошо, плотно он попадает по мячу, но пока в створ он не идет. И вот пытаются сейчас африканцы что-то придумать в атаке. Действительно, несмотря на то, что немного подвыровняли игру футболисты Биафры, это прям вот ну невооруженным глазом вот этот флюид чувствуется, что... полностью на 100% ростовская команда контролирует ситуацию на футбольном поле. Да, и поэтому не могут продемонстрировать свои лучшие качества африканцы, и скорость, и пресловутую технику. Эта команда попросту лишена мяча. Не могу сказать, что она, конечно, с ним встречается по большому празднику. И нет, конечно, даже вот параллели с предыдущей игрой тверичам-то значительно тяжелее было, как по мне, вот в этом отношении. Но ростовчане подкупают просто своей какой-то солидностью, что да никуда этот соперник не денется, как бы игра не складывалась. А если она будет складываться... под их контролем, то очередная победа, ну, победа в стартовом матче, это просто вопрос времени. Но отпускать соперника, безусловно, не надо, потому что вот эти вот ребята гораздо навыкрутасы,
И ну, на ровном месте способны что-то нарисовать, но пока вот это вот продвижение замедляется, продвижение к чужой штрафной. Красивый обыгрыш какой был, а как развернулся на 180 градусов при обводке Роман Богданов ушел от оппонента, но дальше там подстраховали друг друга нигерийцы. И замены, извини, начинает делать Александр Мироненко. Появляется сейчас Дмитрий Христис под 12-м номером на футбольном поле у ростовчан. И да. И занимает пока Христис позицию здесь вот в опорной зоне на линии вратарской. Ну и так поближе, да, к Александру Федорову, потому что дополнительный игрок при контратаке, возможной контратаке, быстрой контратаке соперника, дополнительный игрок может и понадобиться. А зачастую вообще стандартное положение, да, если там не получается воплотить в жизнь задуманное, могут приводить к быстрым контратакам соперника. Федоров попадает в судью. Ну, и конечно, это остановка, да. Ну, человек в зеленом, поэтому... За 5 минут до конца первого тайма у нас по-прежнему Медтрансторг из Ростова-на-Дону выигрывает у нигерийской команды Биафра 1-0. С одной стороны, не самый плохой счет для нигерийцев, но с другой стороны, вот по мне, ну, больше, чем на преимущество вот как раз в один, ну, может, максимум два мяча не наиграли пока ростовчане. Пока да, мы видим такую тики-таку, но в плане моментов не густо. Пока не густо, и команда полномерно подбирается к чужой штрафной, и соперник вынужден окапываться. Ну, вот это мы уже давным-давно наблюдаем. Это футбол, который нравится ростовчанам. Ну, и вот здесь постоянно, да, на острие Богданов находится. Но пока Олег, да, пока у Олега... Роман Богданов, прошу прощения, пока у него, ну, вот такого вот железобетонного момента для того, чтобы забить, все-таки не был. Пока он ищет этот шанс. Ну, вот Кеннета сейчас будет вводить мяч в игру. Пока он тоже без особой серьезной работы. Скажу я вам, буквально вот одно спасение, мы помним, было на старте этого матча. Опять же, да, контроль... фактически полный над мячом у ростовчан, но именно моментов они создают пока немного. Был один момент, и этот момент завершился голом, а вот в продолжение, ну-ка, и ну вот 2-0. Он. Ну вот вопрос времени, то, о чем мы говорили, и у нас дубль, да, дубль в этом матче, потому что вновь забивает Денис Мигунов. Да, Денис Мигунов, как здорово, там нашли его на дальней штанге вот этой передачи и в касание. Пробил он, можно сказать, прошил Кеннета в ближнем бою. И вроде бы среагировал вратарь, но от него мяч вылетает в ворота 2-0. Ну, наверное, вот по совокупности это как раз то преимущество, которое должно быть вот ни больше, ни меньше в два мяча у Ростова. Тут я с тобой соглашусь, что не убавить, не прибавить. И давай вот объективно по моментам. Два момента реально голевых, два гола. Вот он класс. Да, это, конечно, хай, я бы даже сказал, класс, близко к 100% реализации моментов. И вот мы только вспомним один удар под перекладину у Биафры в этом первом тайме. Но совсем не держится мяч у африканцев. Я больше скажу, мы многое отмечаем, что ростовчане лучше выходят из обороны, значительно лучше контролируют мяч. Но еще важнейший нюанс, о котором необходимо говорить, это единоборство. Практически все единоборства остаются вообще за ростовчанами. И предыдущий момент, он показательный, да, когда единоборство 2 в 2. И Бузякин ставит корпус, и не сказать, что он сильно там в габаритах превосходил своего оппонента, но мяч отходит как раз к Медтрансторгу. Да, Бузняков хорошо сыграл. Сейчас штрафной, который будет пробивать Роман Богданов. По крайней мере, он мяча. Стенка из двух футболистов выставил ее Кеннет. Ну что? Богданов всех отогнал. Говорит, дайте пробить, дайте забить. А тут замена у Биафры. Вот седьмой номер. Выбегает и туда, на дальнюю, а то Айрапетян, знаешь, конечно, такая вот гримаса на лице, ну что же ты, Рома, то я один там полчаса находился, но, конечно, там успели, да, заметить свободного футболиста, игроки Биафры, и уже Айрапетян вынужден уже здесь вот топтаться на линии штрафной. Так, Мария, ждем... отмашка там какая-то в штрафной, опять повздорили два футболиста, и вот посмотри, как интересно... стоят в стенке два игрока Биафры, закрывая место чуть ниже пояса одной рукой, а наверху перед своим лицом кулак. Как будто бы показывают его бьющего.
Ну да, две руки на то и нужны, чтобы прикрыть, ну, то, что надо прикрыть. Мы понимаем, так, здесь замена, причем замена, я не знаю, там... А ты знаешь, что это такая, по-моему, вот, остудить, потому что вот как раз, я так понимаю, что там был замечен вот в этих разговорах Денис Мигунов. Да, он там был, и действительно у него там какие-то вопросы были к защитнику африканской команды. Так, ну и мы ждем продолжения. Уже там подзамерз Роман Богданов. Ну вот дан свисток и прямой удар в ближний угол. Богданов первый же на подборе. Ну и мяч у Биафры. Мяч у Биафры. Ну там, я так понимаю, даже не вратарь спас свою команду, а в защитника попадает мяч при ударе Богданова. Так, у нас уже пошла последняя минута, но, может быть, чуть-чуть арбитр добавит время к первому тайму. Ну, так судья подумал, да, и все-таки зафиксировал попадание в руку. А, или просит там по свистку вводить. Ну, ты знаешь, так незаметно пролетел на самом деле первый тайм, потому что игра увлекательная. Любопытно смотреть за тем, как свою игру строит Медтрансторг. Ну и команда экзотическая в виде Биафры. Тоже любопытно познакомиться, что она из себя представляет и как она вообще себя чувствует в соперничестве, ну, с одним из лучших коллективов страны вот в формате 8-8. Ну, ты знаешь, несмотря на то, что моментов практически у Биафры нет, все равно оставляют ребята очень приятное впечатление. Скажем так, они конкурентоспособны. Это как минимум. Ну, хочется верить. Хочется верить, да, потому что, ты знаешь, я просто вспоминаю первые сезоны, там, знаешь, когда приезжали ребята из Индии, например, и вот, казалось бы, тоже там говорили, что ребята мини-футболисты, и потом мы видели счет, знаешь, похожий на 20-0. Здесь пока, слава богу, другая картина. Да, ростовчане таким, знаете, своим спокойствием умиротворяют своего соперника. Я вижу, вот даже по выражениям лиц нигерийцев, но они недовольны. Они недовольны, как для них сложился этот первый тайм. Нужно искать какие-то резервы. Ну а у нас выступление замечательной группы поддержки. Олег Масалев, ну, практически в некоторых метрах от девчонок, новые костюмы. Ну что я тебе могу сказать? Красиво, динамично, ритмично. Ну я завидую тебе по-хорошему, да, потому что из-за стекла на все на это, из аквариума смотрится все совершенно по-иному. Ты не можешь это на все 100 ощущать. Абсолютно точно. Поэтому Олег 100% Масалев сегодня там внизу у бровки. Я даже немножечко уже начинаю тоже танцевать вместе, но, по крайней мере, подергивать одним плечиком, вторым. Не увлекайтесь, Олег. Поберегите энергию, вам еще комментировать сегодня. Да, ну, в общем, наслаждаемся, друзья. У нас небольшой перерыв. Привет, моя хорошая.
А мы продолжаем разговор. Второй тайм вот-вот начнется. Медтрансторг Ростов-на-Дону. Биафра, представитель африканской страны Нигерия. Счет после первой половины 2-0 в пользу ростовчан. Ну, на самом деле, все логично, потому что более высокий исполнительский класс ростовской команды, он бросался в глаза. Ну, Биафра порадовала, пожалуй, своим началом. Несколько атак, даже перспективной штрафной команда заработала, но воспользоваться должным образом она им не смогла. Ну и отметим Дениса Мигунова. Он забил оба мяча в составе Медтрансторга. И пока я так скажу, что, конечно, серьезных предпосылок к изменению хода этого матча нет. Ну, может быть, африканцы все-таки нас как-то удивят, но по всем, вот по всем основным игровым атрибутам ростовчане выглядят предпочтительнее своего соперника. Во-первых, они завладели мячом. И контроль над мячом, соответственно, контроль над игрой. И я отмечал еще по ходу первой половины, что даже в единоборствах ростовская команда предпочтительнее смотрела своего соперника. При этом создала немного, но забила практически все, что сумела придумать. Поехали, второй тайм. Владимир Гучик, Олег Масалев, для вас по левой Вернадка Парк. Наш дуэт «Могу» в деле. И посмотрим, насколько смогут в деле атакующим быть во втором тайме нигерийцы, потому что у них всего лишь был один момент в стартовые 25 минут. Да, или ГУМО. Генеральное управление Министерства обороны. Да? Ух ты, ну вот это ты сильно перевернул. Но тут я готов быть вторым слогом. Так, ну не готовы играть вторым номером ростовчане, они прессингуют. Видно, что вот этих 6-8 минут оказалось достаточно, чтобы немножечко батареечки перезарядить. Хотя я не могу сказать, что они там потели. Еще раз, команда с запасом, темп комфортный для Медтрансторга. Да, хорошо контролируют мяч. Опять же, мы говорили о том, что ребята, видно, чувствуют друг друга. И пока вот таких неразрешимых задач не ставят команда Биафра. Прежде всего в атаке. И вот контроль мяча, это, конечно, очень важно. Это, может быть, даже и главенствующая тема как раз вот в этом противоборстве, когда мы говорим не о высоком темпоритме. И здесь, конечно, просто пока королями моментов, эпизодов смотрятся ростовчане. Центр поля полностью под ростовчанами. И, конечно, главный игрок там Алексей Бузняков. И вот сейчас он во время аута, да, там как дополнительный игрок открывался. Но мяч вводится туда, вперед, на Романа Богданова, который был заметен в первом тайме, шел в обыгрыш. Но в основном это все происходило на фланге. В центр его не пускали. Даже вот однажды он исполнял штрафной удар от большого желания забить. Ну, не знаю, может быть, он и штатный исполнитель этих штрафных ударов где-то там с бровки фактически, а может быть, даже и партнеры предоставили ему такую возможность. Ну и вот Бузняков, смотрите, он дирижирует действиями своей команды, быстро переводит мяч с левого края на правый, и после потери мяча тут же прессинг, очень организованный прессинг, в котором участвуют там от 3 до 4 футболистов, и неудивительно, что там проходит буквально 2-3 секунды, и ростовчане мяч под контроль себе возвращают. Да, вот сейчас мы видим, уже очень близко подошли к чужим воротам ростовчане, и за боковой аут будет водить Алексей Бузняков мяч в игру. Быстро разыграли его здесь. Но это удар. Такое ощущение было. Хотя было, опять же, показалось сначала, что попытался на дальнюю штангу сделать навес Дмитрий Христис. Ну, ты сам говорил, что тут с любой позиции, особенно если ты уже находишься на чужой половине поля, можно пытаться пробить. Ну, понятно, а бы какой удар не нанесешь, у любого удара есть свои какие-то причины, есть свои какие-то основания, поэтому Дмитрий Христис что-то там увидел и, возможно, поверил, что вот с этой позиции удастся забить. Внимание! И вот здесь Артур Айропетян. Ой, как здорово! И опять набегание! И Алексей Бузняков забивает! Ну, не случайно я отметил этого футболиста. Такой коллективный волнорез в середине поля. Но Бузняков не только там первый в борьбе на подхватах при развитии, начале атаки, но сейчас проявил себя как и завершитель. Но там вот Айропетян за этот мяч зацепился, сохранил его и создал момент для партнера. 3-0.
Да, пас капитана в центр, и буквально, ну, расстрелял опять с трех метров Алексей Бузняков голкипера Кеннета, и уже очень серьезное преимущество не только по игре, но и по счету у ростовской команды. Ну и к нашему с тобой разговору относительно первого тайма. Вот ты спрашивал, да, насколько по игре, не смущает ли это ростовчан, и мы с тобой пришли ко мнению, что куда торопиться, да, вот пословица хорошая, да, чему быть, того не миновать. Я думаю, что вот по такому принципу сегодняшнюю встречу простраивает команда из Ростова. Она чувствует, что она сильнее, и вот это вот превосходство в классе уже сказывается в том числе и в промежуточном результате на табло. Конечно, ощущается, что они свое возьмут, но вот здесь небольшое повреждение получает Артур Айрапетян, капитан команды. Ну, такой был удар по ноге, но так гримаса боли есть на его лице, но он остается пока в поле. А возвращается, кстати, автор дубля Денис Мигунов под 8-м номером в центре поля. Мы сейчас его видим. Был крайне эмоционален в самом конце первого тайма, поэтому судья отправил его отдохнуть, немножечко охладить свой пыл. Ну и вот все, восьмой номер возвращается для того, чтобы, ну что, продолжить результативную серию, потому что именно Мигунов, автор дубля, он оба мяча ростовчан провел в первом тайме. Ну а тут достается Айрапетяну, сейчас ему на ногу наступили, но... Знаешь, немножко передержал, все-таки мяч мне показался, и за это вот был так этим неприятным моментом награжден. Да, поэтому и никаких вопросов к соперникам, да, из-за того, что мог чуть пораньше избавиться. Вот ему тут, кстати, ну не то, что высказываются скамеечки, понятно, что видно, он очень большим авторитетом в команде обладает, но сказали, что больше так не делай. Одного раза достаточно, да. Еще один опасный штрафной, но теперь уже мы видим, что действительно... Опять Богданов мяч забирает. Четвертый мяч может сейчас оказаться в воротах нигерийцев. Богданов вновь решительный на этом стандартном положении. Там вроде бы так Бузняков робко подошел, его отогнали. Остается здесь еще и на позиции Олег Бородин. Ну, вполне с левой ноги. Здесь тоже можно попробовать. Но почему-то уверен в том, что Роман Богданов будет бить. Стенка устанавливается. Ну и судья уже занимает здесь позицию для того, чтобы дать свисток. Разбег Романа Богданова, удар низом, и Менса. Да, Менса. Джеффри Менса. Именно его нога не позволяет четвертому мячу очутиться в воротах Биафры. Да, эта нога, какая надо нога. Да, вовремя помог он своему вратарю. Но здесь на опережении хорошо Христис играет. И вот ищет, молодец, очень активен Кетчуанг, девятый номер Биафры, как с первых секунд мы обозначали его таким главным атакующим потенциалом команды, был выдвинут он на острие атаки, так и продолжает он себя предлагать постоянно, но, опять же, не каждый мяч, да, как птица долетает до середины Дуная, не каждый мяч доходит до девятого номера Биафры. Да, и поприветствуем Александра Шашкова, футболиста под 88-м номером, он как раз и поменял капитана команды Артура Айрапетяна. Был 77-й на поле, теперь 88-й. Менса, вот кто заряжен. Вот он главный в защите у Биафры. И просит парней вернуться, потому что в одиночку можно и не справиться там с Бородиным. Корпус уже ставит. И Христис, ну да, туда, конечно, на Бородина, который пытается тут же оторваться. Но вот не самый удачный, откровенно говоря, получился. Мяч скользнул по рукам и полетел, ну, не в ту точку, куда планировалось изначально. Ну, вот, кстати, я так смотрю на антропометрию игроков нигерийской команды. Ты знаешь, ну, всегда чуть-чуть, может быть, более мощными мы их привыкли видеть. Нельзя сказать, что эта команда вот этого созыва, ну, вот может как раз вот этой атлетичностью похвастаться, присущей ребятам с этого континента. Но в обороне действительно, и мы видим там низкорослых футболистов. Мы так с тобой-то предполагали, что там, да, там сейчас... будет классика. Да, сейчас там выйдут широкоплечные, двухметровые, и просто там затопчут любого соперника, а еще и продемонстрируют технику высокого уровня. Нет, наши с тобой ожидания во многом не оправдались. Не знаю, какие там ожидания были у ростовских футболистов, но, знаешь,
мы предполагаем, а жизнь расставляет все по своим местам. И вот, вот этот футбольный мяч, матч и мяч расставил все по своим местам. Превосходство в классе, ну, просто очевидное. Команды двух разных весовых категорий. А тут сейчас Кеннет высказывает своему защитнику, что я же кричал, я был первый на мяче, но на ровном месте угловой себе в пассив зарабатывают нигерийцы. А тут набежал, как здорово, Федоров чуть было не боднул мяч в сторону ворот. Ну, его тут должны подстраховать. Ну, там Христис уже возвращался назад, но Шашков останавливает мяч, и ростовчане начинают новую свою атаку. В общем, полное доминирование, тотальное превосходство. Мне кажется, вот с каждой минутой этой встречи преимущество ростовской команды все более ощутимо. Это чем-то напоминает и предыдущий матч, да, потому что по началу игры там надо посмотреть минут 5-7, если им удается забить быстрый мяч, то кажется, с большего игра равная, с одинаковыми шансами на успех, но когда идет второй тайм, и когда силы заканчиваются, у африканцев очень тяжело противостоять. Ну, вот и желтая карточка. Первая сегодняшней встречи. Шашков ее получил. Жестко сыграл. Да, Александр Шашков получает это предупреждение. И теперь давайте посмотрим, что из этого стандарта сможет ли выжать Биафра. Подача! Опа! И опять посмотри под перекладину. Слушай, а мы не сказали с тобой, там замена, вратарь, да. Замена вратаря случилась, Игорь Немудрякин под 49-м номером, да, в воротах. Ну, слушай, ну в таких матчах как раз надо давать поиграть, ну, скажем так, я не знаю, сложно нам сказать, ну, второму вратарю, да, хотя тут в некоторых командах, знаете, есть такие ребята, что тут сложно сказать, кто первый номер, кто второй. По ходу турнира точно поймем, да. Опа! Красиво! У нас два дубля сегодня. Не, восьмой номер забивает в первом тайме у ростовчан Денис Мигунов. Ну и эту эстафету во второй половине подхватывает Алексей Бузняков. У него тоже пара. Ну смотри, вот у нас львиная доля мячей ростовской команды. Вот такие буквально, знаешь, как в регби, вносят мяч в ворота с метра, с двух, с трех. То есть до верного уже там разыгрывают. Раскатывают соперника. Да, и открывание какое. Опять посмотрите, он вообще один. Без какой-либо даже ближайшей опеки был игрок ростовской команды. Это уже серьезно. Это уже серьезно. Это 4-0. Да, и все внизу главное, да, потому что и по предыдущему матчу Росохрана, особенно во втором тайме, использовала эти длинные передачи, грузили, ну, на своих нападающих, которые могли побороться, поцепляться за мяч. Ростовчане играют внизу, и вот от первоначального своего замысла не отходят. Смотрите, что вообще вытворяют. Ну-ка! Тут просто не попал. Богданову сегодня не везет. Он один из самых приметных в составе Медтрансторга, но так и не забил. Ну, сейчас улучшали друг другу позицию. Причем не раз могли раньше из убойной позиции нанести удар по воротам, но да улучшались. Не попали действительно в створ. Но я думаю, не расстроились ни болельщики команды МТТ, ни сами футболисты. Они в любом случае первый матч уже мы можем констатировать. Хотя играть еще 13 минут уже заносится себе в актив. Метющела на ни. Вот так, под 10-м номером, я смотрю, появился. Ты сейчас с кем разговариваешь? Произнося фамилию нигерийского футболиста. Ну, ты же знаешь, у нас у комментаторов есть привычка и самими собой разговаривать. Это такая наша профессиональная болезнь. Поэтому, если тебя такой ответ устраивает, то... Знаешь, вот просто, когда я тебя вот сейчас вот услышал, знаешь, первое, просто вот, знаешь, набор букв такой пошел, не связанных друг с другом. Вот такие, ребят, друзья, нигерийские имена и фамилии. Ну как, Нани, известная футбольная фамилия. Ну, португальская уже, да? Да, ну вот здесь... С португальскими корнями, скажем так. Все так, все так. Метющела, ну-ка... Самуэль, секундочку. Тут, давай сейчас, Володь, себе такой серьезный экзамен сделать. Мы вот, да, как комментаторы всегда, какая бы игра ни была, должны придумывать интриги. Вот что здесь можно для Биафры, какую интригу придумать? Ну, хотя бы гол, гол. Да, это понятно. Но вот здесь, посмотри, опять. Вот это, кстати, парень, наверное, с одним из самых поставленных ударов. Уже вот второй его удар в тайме под номером 2. Ну и сыграл очень решительно. Смотрите, как в обыгрыш пошел.
так погладил мяч подошвой, убрал соперника с дороги. Плотненький удар нанес. Ну, он и сам такой плотненький футболист, я смотрю, поэтому вот. И удар точно такой же. Ну, ростовчане уже, конечно, ощущают приближение победы. И уже такое видно, что хорошее расслабленное состояние царит в их лагере. Ну, пока никакой самонадеянности, то есть не путать, да? Естественно, не хотят, ну, скажем так, затратив максимум усилий и эмоций, хотят довести эту встречу до победы. Но дело сделано, они это уже понимают. Конечно, конечно. Ну вот сейчас посмотрим, как оставшиеся минуты будут действовать. Ростовчане побегут ли забивать 5-6. Ну тут как получится, но я думаю, что такой задачи сейчас не стоит совершенно. Ну, их главная задача спокойно, уверенно обороняться и при перехвате мяча организовывать вот свои уже эти привычные по сегодняшнему матчу атаки с коротким средним пасом, с пасом на свободного игрока, то, что они очень неплохо и демонстрируют. Так что я думаю, что мы обязательно увидим с вами, ну, как минимум, а может даже и несколько реальных моментов у ворот африканцев. Ты знаешь, вот так если пофантазировать, мне кажется, приятнее им было бы, чтобы счет, допустим, остался 4-0, нежели он был бы зафиксирован как 6-1. Но ты имеешь в виду, чтобы не пропустить все-таки? Конечно, конечно. Опа! Ну и мяч в руках, быстрый ввод. Да, разобрался тут Немудрякин очень быстро. Но здесь тоже, посмотрите, не лыком шиты нигерийцы. Неплохая, может быть, атака, но это угловой. И тут хорошо Христис. Да, и как раз у Нани этот мяч выбил. Но тут тоже, видите, атака из потери получилась, потому что быстро пытались свою организовать ростовчане, но там Алексей Бузняков, вот, немножко скорости не хватило, и поэтому проиграл единоборство, фалить также не стал. А вышел капитан тем временем Артур Аэропетян на футбольное поле. И сейчас дали немножко Олегу Бородину отдохнуть. Ну, конечно, капитан должен встретить вот эту вот первую победу на турнире, находясь на поле. Никак по-другому. Но Аэропетян... Ой, какая скидка классная! И здесь вот в этом забеге вроде бы был неплох Мигунов, но и хорош центральный защитник нигерийцев. Пятый номер Менса Джеффри. Да, но его здесь все-таки сказалось. Это преимущество в росте. Аэропетяна как раз скидку головой он осуществлял на Мигунова. Ну, так подразыгралась команда из Нигерии. Мне кажется, определенное удовольствие они все равно получают. Да, поняли, что соперник очень серьезный. И на данном этапе, скажем так, своего развития этот соперник им не по зубам. Ну, как в анекдоте, расслабились и получают удовольствие. Во втором тайме уж точно. Ну, и ростовчане, скажем так, сильно, скажем так, не озабочены тем, что происходит на поле. Мне кажется, что все равно этим матчем Биафра делает заявку на то, что может набрать очки на этом турнире. Однозначно. Безусловно, потому что мы помним, там и шансы-то остаются. Во второй встрече была зафиксирована ничья. Так что Биафра, безусловно, в деле. Ну, а ростовчане говорят о себе во весь голос. Ну, пока как о фаворите вот этой группы этого квартета, а дальше посмотрим. Опа, еще раз убирает под левую. А это толчок, это все-таки толчок был, да, и вот тут может травму получить Александр Федоров. Пошел до конца в него 11 номер Биафре. Мы его недавно хвалили. Здесь опять хорошо сыграл, но тут же троих-то тут обыграть очень сложно. Отпустил от себя мяч Акеву Амиян. И в итоге сфалил. В таких встречах равнодушие не принимается. И близко никакого равнодушия от 11 номера. Он в какой-то степени один, да, вот в этом поле воин. Сражается за каждый мяч. Где-то даже и безнадежный. Но когда он с этим мячом встречается, он каждый раз что-то там придумывает. И два удара опасных в его исполнении видели. И поняли, что ну, обыграть одного-двух для него точно не проблем. Поэтому здесь вот и подстраховка должна работать. И вот в предыдущей ситуации как раз эту подстраховку и осуществлял Александр Федоров. Да, главное для МТТ, что с одним из ключевых игроков все в порядке. Вот сейчас Федоров вновь с мячом. И опять пошел на него соперник. Но здесь оставляет Шаков у себя мяч. И вот здесь один в один. Не будет пока попытки обыграть оппонента. Назад на Федорова опять. Опять полный контроль мяча у ростовской команды.
позиционному наступлению приступили, хотя вот перед этим разворачивалась очень неплохая атака сходу с этим пасом Шашкова в центр и дальше уже со скидкой на Романа Богданова, ну, у того не было скорости, но и все-таки защитник находился перед ним, поэтому там было трудно продавить. Бузняков подает угловой. Такая хорошая резаная передача. Удар! Вот это да! Это красота! Такими полуножницами, не самыми высокими, но очень красиво мяч летает в ворота. Друзья, ну это 5-0. Это красота! Это мяч, возможно, в хит-парад первого игрового дня КФЛ. Ну что, Владимир Шадрин, он пел «Аргентина-Ямайка» 5-0, да? А у нас МТТ-Нигерия тоже 5-0. И наши женщины прощают им нашу сну. Далее созвучно да. Очень. А возвращаясь к эпизоду, Олег, ведь ты сам в первом тайме вспоминал момент, и как ты его охарактеризовал? Как эффектно, но неэффективно. Во да. втором тайме эффектно и более чем эффективно, и это все тот же исполнитель Денис Мигунов. Если мне память не изменяет, именно он вот эти ножницы в первом тайме исполнял. Так, а это не хет-трик ли Мигунова? Это хет-трик. Это хет-трик Мигунова! Хет-трик Мигунова, дубль Бузнецова. Никого. И вот такие они, футболисты МТТ из Ростова-на-Дону. Да, но я думаю, что вот это уже должно какому-то определенный такой мем появиться, может быть, в Ростове-на-Дону. Если кто-то будет забивать так три мяча, да еще в таком красивом исполнении, будут это называть хет-триком Мигунова. Красиво звучит. Нани! А, ты начинаются эти переступы с ноги на ногу. Из глубины здесь футболисты подключаются, но развитие атаки замедляет свой ход. Остается контроль и по местам, да, большая группа футболистов в середине поля у МТТ. Трудно найти вот именно ту передачу, которая бы позволила команде решительно выйти именно вперед с перспективой создать что-то интересное. Пока вот здесь. Но это абсолютно устраивает ростовчан. Опять немножечко математики. Володь, нам с тобой надо определить тройку лучших игроков сегодняшнего матча. Я так понимаю, что опять, наверное, придется всю эту тройку нам лепить из МТТ. Ну, абсолютно точно. С двумя вообще никаких вопросов. И даже это не только связано с их результативностью. Это в том числе. Но и также нужно учитывать влияние на ход сегодняшнего матча. Алексей Бузняков, хорошо заметно, важнейшая фигура для команды МТТ. Связал всю середину, связал оборону и атаку, еще сумел забить дважды. Но и пройти мимо хитрика мы точно не можем. Поэтому Алексей Бузняков, звезда номер два, звезда номер один Денис Мигунов. Ну и нам надо с тобой с третьим определиться. Да, ну я думаю, что Александра Федорова можно в этот список... Тут...